Здравствуйте! В эфире канала «Россия-24» информационная программа «События недели». На этой неделе в республике отметили День возрождения карачаевского народа. 66 лет назад реабилитированный народ сделал первые шаги по возвращению на родную землю. У мемориала жертвам репрессий карачаевского народа в Карачаевске почтили память наших земляков, погибших в годы ссылки в Казахстане и Средней Азии. Изломленные судьбы, нечеловеческие условия пути в неизвестность и сверхчеловеческие усилия выживания на новой земле. Никакие трудности не стали помехой для карачаевского народа быть сплоченными и сильными, оставаться людьми. Пройдя все испытания и вернувшись к родным очагам, карачаевцы внесли весомый вклад в развитие региона. Но самое главное, сумели сохранить и передать потомкам культурную идентичность, самобытность, традиции и язык. На минувшей неделе завершила свою работу Кавказская инвестиционная выставка «Минводы-экспо». 12 тысяч новых рабочих мест – результат реализации представленных проектов из Карачаева-Черкесии. Об их реализации рассказал глава республики Рашид Тимрезов, председателю правительства России Михаилу Мишустину. Тему продолжит Альбина Ламкова. Кавказская инвестиционная выставка состоялась в центре «Минводы-экспо». Форум проводится впервые. Новая площадка предназначена для формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала регионов России. Это очень важное мероприятие для всей нашей страны, для такого важного региона, как Северо-Кавказский федеральный округ, который имеет огромный потенциал для своего развития. Участниками этой выставки зарегистрировались более 3000 компаний, участников, человек, и это, ну, знаете, по масштабам на самом деле очень-очень впечатляет. Масштабное событие объединило руководителей федеральных органов власти, все субъекты СКФО и представителей бизнеса. Вопреки западным санкциям против России, открываются новые возможности для регионов, в особенности для Северного Кавказа. Округ получает шанс наращивать импортозамещение. Ключевые моменты представленных проектов говорят об их высоком потенциале. Впечатляет стенд нашей республики. Совсем недавно у вас были с Филиаковичем, с коллегами. Что нового за эти несколько дней? Еще раз хотел слова благодарности вам высказать за ваше посещение. Для Карачаева-Черкесии это и такой импульс. Я вам докладывал по поводу прорывных проектов, по модели экономического развития. В модель экономического развития республики вошли проекты по становлению интенсивного садоводства. Он является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса нашей республики. В модель включены два проекта по закладке садов интенсивного типа общей площадью 1000 гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью единовременного хранения до 90 тысяч тонн. Проект по развитию зеленой генерации предусматривает строительство 4 малых гидроэлектростанций. До конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию еще одну малую ГЭС. Особое внимание уделяется туризму. В модель включены два прорывных проекта – развитие туристско-рекреационных кластеров Архыз и Теберда-Домбай. Их реализация проходит в соответствии с утвержденными графиками, отметил Рашид Тимрезов, и находится на его личном контроле. Цели поставлены и подписаны соглашения. Ключевые вопросы в контексте представленных проектов нашего региона впечатляют. Недавно мы были в Китае, даже на них хотим обратить внимание, как они регулируют эту отрасль. И если это вы считаете целесообразным, то думаю, что до конца месяца могли бы представить какие-то соображения в виде там небольшой записки. Ну, в первую очередь, все наукоемкие отрасли сегодня нужно максимально стараться развивать. Технологический суверенитет, о котором говорил президент, не достигнут без развития именно таких отраслей. Вы сказали, станкостроение отлично. Мы были с вами на ряде производств, и на Вулкаме были, и на Демате. И везде вот эти технологические нюансы и новинки говорят о том, что нам нужно свое собственное производство развивать. И я очень надеюсь на то, что все получится, в том числе и в Карачаево-Черкесии.
В результате осмотра Кавказской инвестиционной выставки дана положительная динамика всего округа. Михаил Мишустин отметил рост в промышленности, увеличение объема товаров собственного производства. Были представлены интересные проекты в самых разных отраслях. Многое уже сделано для повышения инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево-Черкесия. В Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошел круглый стол «Встреча трех поколений», посвященный Дню Возрождения карачаевского народа. Собравшиеся вспоминали тяжелые дни депортации и делились воспоминаниями о том, как проходило восстановление жизни после возвращения на историческую родину. В мероприятии принял участие наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь собрались представители трех поколений, которые выступают живыми свидетелями выселения, рождения в ссылке и те, которые появились на свет уже после на родине. Открывая работу круглого стола, руководитель Республиканской библиотеки Салых Хабчаев поприветствовал всех собравшихся и отметил важность подобных встреч. В свою очередь, председатель комитета парламента Карачаево-Черкесии по науке, культуре и образованию Алексей Ганшин поздравил с этим знаменательным днем в истории карачаевского народа и пожелал, чтобы подобные утраты не испытывал ни один народ. Народ вернулся на свою родную родину, значит, на свои земли, полностью восстановился, получил прекрасное образование и сейчас занимает достойное место в развитии нашей республики и в развитии всей нашей России. От души поздравляю всех вас с праздником. Те ужасные дни депортации буквально всплывали перед глазами тех, кто на мероприятии рассказывал о своей жизни в Средней Азии. Столько разрушенных жизней и судеб людей, которые так и не вернулись в родные края. И мы сегодня с горечью вспоминаем их, отмечали собравшиеся. Представитель поколения, который родился после возвращения на родину и кто принимал участие в реабилитации карачаевского народа, заместитель председателя общественной организации Карачаев-Анхал Шагабан Татаргулов подчеркнул, что сегодня необходимо уделять особое внимание воспитанию подрастающего поколения и развитию нашего народа. Период с 1957 года, когда карачаевский народ вернулся со Средней Азии, на мой взгляд, выполнен большой объем работ по возрождению карачаевского народа, в промышленности, в сельском хозяйстве, в вопросах культуры, развития, искусства. Значительный рывок сделан. И на сегодняшний день я, недавно наблюдая за большим количеством ученых, докторов наук Карачаева-Черкесии, просто был приятно удивлен тем количеством, который и потенциалом, который сегодня имеет не только Карачаево-Черкесия, но и карачаевский народ. Наш народ первым встретил карачаевцев, и, безусловно, мы чтим память погибших в тех ужасных местах депортации, отметил доктор политических наук Абуталип Сангрибаев. Боль карачаевского народа отразилась и на нагайцев. Мы, язык у нас почти одинаковый, но только, не только в этом. Например, по истории мы видим, что когда мы видели, слышали, я тоже слышал, читал, когда возвращались карачаевцы, на станции Ураковская, на станции Эркин-Шахар, наши нагайцы встречали их хлебом с солью, нагайским чаем, паурсак, катлама. Также в Республиканской библиотеке была организована фотовыставка с портретами людей, испытавших насилие выселения, и выставка книг, посвященных теме депортации. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Во всех образовательных учреждениях страны и нашей республики проводятся патриотические мероприятия. Занятие в одной из школ Карачаево-Черкесии прошло при участии министра просвещения России Сергея Кравцова и председателя регионального правительства Мурата Аргунова. Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Вторая школа станицы Зеленчукской стала местом проведения разговоров о важном с участием руководителя Федерального образовательного ведомства Сергея Кравцова и председателя регионального правительства Мурата Аргунова. С некоторых пор все линейки в нашей стране проходят под звуки гимна Российской Федерации. Поначалу не очень стройный хор юных голосов с каждым тактом становился все громче и четче, чтобы под конец выдать уверенное завершение.
Изучение и исполнение одного из главных символов государственного единства теперь считается в системе школьного образования важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения. Выступавшие перед педагогическим коллективом почетные гости отмечали ценность тех мероприятий, которые в течение всего года проводятся в школах. Знать историю Родины, трагические и героические страницы ее истории. Без этого невозможно воспитать настоящих граждан своей страны, патриотов. Юнармейцы станицы Зеленчукской оформили к 9 мая «Окна Победы». Ребята также прошли перед гостями и сверстниками бессмертным полком, неся в руках фотографии своих близких, участников Великой Отечественной войны. Чуть позже состоялся разговор о важном. Темой нынешнего занятия стал День Победы. Сегодня на уроке вы поговорите о героях, поговорите об уроках победы, потому что, конечно, никогда нельзя забывать, это страшная трагедия и те планы фашистов, которые фактически вели к уничтожению нашего народа. Зачастую уроки проходят в формате лекции, но во время нынешнего занятия у ребят состоялся диалог с наставником. Министр просвещения Сергей Кравцов интересовался у школьников биографией их родственников, которые внесли посильный вклад в общий успех. Тебе почему нравится история? История, потому что мне интересно знать не то, что было, какие-нибудь исторические факты, потому что, вот как вы говорили, что многие искажают историю, а нам нужно знать именно истину. А у тебя фотография? Это мой прадед. Прадед, да? А ты можешь о нем рассказать? Могу рассказать. Этот человек принимал участие все 4 года войны. Ну, он был врачом и спасал раненых под городом Ржев. Чуть позже Сергей Кравцов поделился с журналистами своими впечатлениями от встречи со школьниками. Рассказал, что увидел в глазах учащихся. Вы знаете, неравнодушие. И действительно, ребята помнят своих предков, помнят День Победы. Вообще, в целом, очень важно патриотическое воспитание в школах. Сегодня, когда исполнялся гимн Российской Федерации, вы видели, все дети пели. Проведение акции и «Сады памяти», «Окна Победы» и множество других акций, в которых участвуют наши школьники. Самое главное, то, что они участвуют, это от души. Артур Мхцеалибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Приближается День Победы. В преддверии этого праздника сотрудники регионального отделения социального фонда поздравили жителя Черкесска, ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Петровича Солнышкина. Подробности у Али Баташева. Разрешите поздравить вас с наступающим Днем Победы. Пожелать вам крепкого здоровья, пожелать, чтобы вы еще долгие годы могли нам передавать свой опыт. Ордена Отечественной войны, первой и второй степени, Красной звезды, медаль за оборону Кавказа и другие награды. Афанасий Петрович с ноября 1942 года служил в 77-й стрелковой дивизии. Он был участником битвы за Кавказ в должности командира разведки. Освобождал Севастополь, Крым, Симферополь и Калининград. В этом году ему исполняется 103 года. Очень мудрый человек. Он очень добрый человек. И никогда ни на кого не злится, не обижается. У него вот своим вот этим добрым отношением, у него, понимаете, какая-то положительная энергетика вот складывается. Такая вот. И в этом, по-моему, секрет долгожительства его. Вот когда мы 100 лет отмечали, тоже секрет, секрет вашего долгожительства. Он говорит, трудиться, работать, никому зла не делать, жить честно. Работники Республиканского отделения социального фонда поздравили ветерана, подарили цветы и ценные подарки. В 2019 году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина была утверждена ежегодная доплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. В этом году эта доплата была произведена вместе с апрельской пенсией всем ветеранам Великой Отечественной войны. Хотел бы в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравить всех с наступающим великим праздником, с Днем Победы. На сегодняшний день в республике проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны. В ходе акции «Лица Победы» сотрудники отделения социального фонда планируют посетить каждого. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.
С территории проведения специальной военной операции вернулась очередная делегация из Карачаева-Черкесии. В этот раз бойцами из нашей республики в местах их дислокации встретились главы Ногайского, Устюгутинского и Малокарачаевского районов. Они передали теплые приветы из республики и поздравили ребят с наступающим Днем Победы. Ахмат Халкечев продолжит. Это не первая поездка глав районов в зону специальной военной операции. С подобными визитами наших ребят, дабы подбодрить их боевой дух, посетили руководители и других муниципалитетов. И в этот раз собрали груз со всем необходимым. Спецсредства, медикаменты, теплые вещи, хозяйственно-технический инвентарь и, конечно же, продукты питания. Чтобы наши бойцы на передовой могли вспомнить и почувствовать вкус родного очага, в продуктовом наборе есть мясо сушеное, копченое, колбаса домашняя и многое другое. Груз был сформирован по запросам самих военнослужащих. Весь мир говорит, не только Россия, что сегодня происходит очень серьезный передел мира на территории специальной военной операции. В том числе там принимают участие ребята из Карачаева-Черкесии, которые отважно, героически исполняют свой долг. Нашим бойцам вместе с делегацией от единого штаба Карачаева-Черкесии также были переданы 3 маневренных автомобиля, 2 внедорожника, один из которых бронированный, и 7-местный фургон. Хотим выразить свою благодарность, сказать слова благодарности Рашиду Бориспиевичу, главе республики, также тем, кто нам приезжал сюда и передал эти автомобили, это главы районов. Спасибо вам за вашу поддержку. Очень приятно это все, и это все нам оказывает неоценимую поддержку и помощь. И это ваш личный вклад в нашу победу. Как отмечает глава муниципалитетов Мурат Хапиштов, Рамазан Байрамуков и Мурат Лайпанов, самое важное для них – это то, что они прочувствовали сильный боевой дух наших военнослужащих и абсолютную убежденность каждого бойца, что победа неизбежно будет за Россией. Особо здесь ребята ни в чем не нуждаются, и поэтому наша главная задача – просто им в глаза посмотреть, их боевой дух ощутить на себе. Вот это на самом высоком уровне. И самое главное, огромный салам из Карачаева-Черкесии. Встреча глав муниципалитетов на передовой с командованием и личным составом с первых же минут перешла в формат открытого и доверительного диалога. По возвращении домой члены делегации проведут адресные встречи с семьями наших военнослужащих с целью оперативного решения вопросов, о которых им лично поведали бойцы. Ахмат Халкечев, Олег Малкожев, Вести Карачаева-Черкесия. Из-за чего выгорают леса, на полях почва остается бесплодной. Какое наказание последует и как уберечь свое хозяйство от чрезвычайной ситуации? Об этом расскажет гость программы, президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. С ним встретилась Альбина Ламкова. Травяной пал – это такой же пожар, как и любой другой. Сухая растительность может легко вспыхнуть от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или же спички. Но самое опасное – огонь способен перекинуться на леса и жилые строения. Как его избежать и чем он опасен? Чтобы узнать ответ на эти и другие вопросы, мы сегодня встретились с президентом Национального союза агростраховщиков с Корнеем Даткой. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились и пришли к нам на встречу. Всегда рад. Существует ли сегодня запрет на пал сухой травы на законодательном уровне? Где он прописан и что грозит за нарушение запрета? Да, действительно, этот запрет существует, он нормативно определен, причем в нескольких нормативных документах есть специальное постановление правительства Российской Федерации от 2020 года, в котором прописаны правила того, как должно это осуществляться. Кроме этого, существенно ужесточены санкции за самовольный поджог. Если это несущественный ущерб, то это регулируется административным кодексом. Это административное правонарушение. Если мне память не изменяет, то там у нас штрафные санкции от 20 тысяч для физических лиц до 800 тысяч для юридических лиц. Ну и, конечно же, если произойдет более существенный материальный ущерб или угроза жизни и здоровью, или нанесение ущерба жизни и здоровью населения, то это уже, конечно, уголовная ответственность, которая регулируется соответствующими статьями Уголовного кодекса. Так что сказать, что
что данный вопрос не урегулирован нормативно, это невозможно. Он действительно нормативно определен. Другое дело, на практике, конечно, возникают определенные сложности и нюансы. Да. Чем отличается пал сухой травы обычного дачника от профсжигания? И что такое профотжиги? Дачник это осуществляет на территории своего дачного хозяйства, а пал или профотжиг, он осуществляется преимущественно на территориях земель сельхозназначения и лесного фонда. Принципиально здесь нужно подчеркнуть два момента. Когда пал осуществляется с целью предотвращения дальнейшего распространения огня, это одна ситуация. То есть идет определенные мероприятия, в том числе и выжигание определенной полосы для препятствия дальнейшего распространения пожара. И второе, это момент, необходимость пала определяется именно сельхозработами. Главное отличие в этих двух моментах, конечно, связано с экономией средств. Те ситуации, когда сельхозтоваропроизводитель, например, не желая затратить определенные средства на сельхозтехнику, расходы на, допустим, на ГСМ и осуществление, допустим, того же самого окапывания, так скажем, определенной территории, то эта экономия может обернуться очень существенным ущербом после того, как происходит неконтролируемый пал. Это серьезнейшая проблема, которая на протяжении нескольких лет уже пытается решить ряд ведомств. В частности, Минсельхоз, например, в 2023 году объявил о том, что те сельхозтоваропроизводители, которые не участвуют в тушении огня на своих землях, будут лишены всех видов дотаций государственных поддержек. Если я помню точно, то почти 44 хозяйства уже объявлены на территории Российской Федерации, что они будут лишены этой поддержки. Это уже конкретные санкции Минсельхоза Российской Федерации, который также инициировал другие мероприятия для того, чтобы это масштабное, в принципе, явление не носило столь значительных ущербов. Как сегодня удается понять, что возгорание участка произошло от сухого пала травы. Я уже говорил о том, что эта задача, конечно, прежде всего структуры МЧС или лесхоза. И говорил о важности действий и плана мероприятий региональных властей. Как считаете, могло бы помочь в решении вопроса патрулирования дронами, чтобы тушить очаги возгорания, как только их заметили сверху? Мы знаем о ситуациях, когда, например, структуры МЧС по авиаоблету обнаруживали группы людей, которые забрасывали факелами лесные угодья, то есть с целью явного поджога. С точки зрения мониторинга, безусловно, важны, во-первых, авиационное патрулирование, действительно использование беспилотных летательных объектов. И иногда в таких случаях используется космический мониторинг, снимки высокого разрешения. Они тоже это помогают. То есть, в принципе, на сегодняшний день достаточно средств технического характера, которые могли бы отслеживать особенно масштабные явления. Но говорить о том, что полностью обеспечить стопроцентный контроль, конечно, это нереально. Почему пожаров по вине человека, в том числе из-за поджигания сухой травы, не становится меньше, даже несмотря на увеличение штрафов? В чем причина? Вы знаете, как ни странно, позитивная динамика, уменьшение количества такого рода ситуаций, когда имелось масштабный ущерб из-за несанкционированного пала стерни или сухой травы, она уменьшается. По той статистике, которая нам известна, в 2019 году это было порядка 160 тысяч в Российской Федерации таких случаев. В 2022 году уже 100 тысяч. То есть положить
положительная динамика и эффекта тех мер, о которых мы с вами говорили, она точно имеет место быть. Скорее всего, здесь невозможно не сказать о том, что сельхозтоваропроизводители могут и должны применять инструмент агрострахования. Мы твердо убеждены, что страхование, особенно сельхозстрахование, один из главных инструментов, вот так скажем, нивелирования вот этого финансовой составляющей. Да, страхование не спасет ваш дом от пожара, но то, что вы получите определенную сумму денег компенсации, которую вы можете без обращения в местные органы уже восстановить собственное имущество. Это не просто, так скажем, инструмент, это уже апробированный инструмент. Я напомню о том, что за последние два года сельхозтоваропроизводители Российской Федерации получили около 9 миллиардов страховых выплат. 9,8 миллиардов страховых выплат. Это именно по ущербу сельхозтоваропроизводителям во всех регионах Российской Федерации. Как считаете, какие меры комплексные могли бы снизить статистику пожаров по вине человека, в частности, из-за пала сухой травы? Одна из самых важнейших направлений, конечно, это информационно-разъяснительная работа. Среди сельхозтоваропроизводителей, жителей сел, иногда мы недооцениваем этот фактор. Просто те люди, которые впоследствии реально страдают от такого рода, так скажем, событий, они недоинформированы и не знают, что нужно предпринимать и какие, например, так скажем, существуют правила и ограничения. Действительно, информационно-разъяснительная работа для предотвращения весеннего пала, наверное, считается важной, как вы сказали ранее. Спасибо вам за полезную и познавательную беседу. Спасибо вам.